Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» одна из двух главных российских бед наконец-то отступила. Дороги стали безопасными, качественными и пригодными для ходьбы и проезда автомобилей. Работа по нацпроектам в Ульяновской области идет в каждом муниципалитете. Тот же самый ремонт дорог начинается в кабинетах и только потом становится заботой дорожных рабочих. В целом мы на этой неделе осматривали, как идет ход ремонта автомобильных дорог в городе Ульяновске в соответствии с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Хочется отметить, что на сегодняшний день Ульяновская область занимает 13-ю позицию в рейтинге субъектов Российской Федерации. Это очень хороший, высокий показатель. Показатели не только на бумаге. Водители, ездящие по дорогам региона, тоже довольны. На трассе Татарстан-Ундар и Ульяновск с удовольствием комментируют качество ремонта. По этой дороге я ездил часто. Недавно отремонтировали дорогу, поставили новые остановки, удобный пешеходный переход. По новой дороге стало ездить очень удобно, комфортно, как по ковру. Казалось бы, главными благополучателями от национального проекта должны стать непосредственные пользователи, водители и пешеходы. Однако дорожники готовы с ними поспорить, ведь для них новые дороги – это развитие технологий и, самое важное, возможность заработать. Вот отремонтировали 3 участка дороги на 73 миллиона рублей. Занято было до 60 человек рабочих, плюс перевозка наших же рабочих, отсюда заработная плата. Отсюда, опять же, и материалы, и так далее, и тому подобное. Михаил Зайцев ремонтирует дороги всю жизнь. Считает, что масштабы ремонта и строительства беспрецедентные. Дело и в размахе, и в мощностях, и в применяемых технологиях. 20 лет назад, работая на этих же участках данной дороги, мы выпускали в смену, а смена у нас была с 7 утра до 22 вечера, всего 200 тонн асфальта. И сейчас мы выпускаем до 1300 тонн асфальта, до 16.00. Видите, как изменилось время и какие стали мощности. В километрах это выглядит так. 20 лет назад за 15 часов укладывали только 200 метров асфальта. Теперь за 9 почти 1,5 километра. В Ульяновской области масштаб работ в рамках нацпроекта в этом году охватывает 66 объектов общей протяженностью ремонта 107 километров. Из них 46 участки автомобильных дорог в городе Ульяновской области и 20 объекты по безопасности дорожного движения. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Улправды ТВ.